Всем привет! Сейчас я покажу, почему я не боюсь ехать одна в незнакомый город. То есть я не переживаю, найду я, не найду, я всегда что-то нахожу. И сейчас покажу, по какой логике я это делаю, когда приезжаю без букинга чего-то, да? Вот у меня освобождается, я уже пыталась найти, но у меня тогда не было интернета, и я ничего не нашла. То есть, да, я зашла в букинге. Здесь у меня Варшава, сегодняшнее число, номер один дорослый. Смотрите, мені прийшло сообщення, що ви один із найактивніших мандрівників, тому ви отримуєте винагороди для подорожей, а іменно Genius на весь рік. Знижки 10 і 15 у вибраних помешканнях, безкоштовний сніданок і безкоштовне підвищення категорії номерів у вибраних помешканнях. В общем, очень прикольна пропозиція. Пропозиції дня сезонний розпродаж какой-то. В общем, Варшава, продовжити пошук. Ладно, продовжуємо пошук. Варшава, 24-25 липня. У мене вже це було. Да, будемо шукати. І що? Так, що нам пропонують? Вот тут вот. Вот это я уберу повыше. Так. Здесь я перехожу, я не смотрю на вот это вот, да, вот 36, видите, разница 392 и 36. Ну, 36 это 40, это 240 гривен, вот, по-моему, я у них пыталась, я не смогла оплатить. Давайте посмотрим, где он находится. Если он совсем рядом со мной, то можно будет двинуть. Ну. Очень прикольно выглядит, да, этот хостел. Пам-парам-пам-пам. Так, середмісті. Я не знаю, что значит середмісті у центре міста. Нет, я хочу посмотреть на карте его полноценно. И я хочу, наверное, здесь надо по-другому искать. Фильтр. Кілька зірок. Ладно. Сортувати. Відстань. Вот. То есть мы сортуем по відстані від мене. Вот, и мне показывают ближе всего вот за 430. Вот этот вот у нас хостел ближе всего за 430. Но туда мы, конечно же, не пойдем. Мы будем смотреть вот этот Варшау Центр Хостел Люкс за 32. И залишилось лише 3, ну то есть мы можем зайти. Вот, прикольный такой хостел, заброньовано 2 раза. 200 метров от залізничного. Не, мы только оттуда. Где вы? Где я? Покажите, вы же мне раньше показывали, где я нахожусь. Я, наверное, как-то неправильно ищу. Окей. Пробуем по-другому. Бронювання. Я хочу забронювати поточнє, майбутнє. Ні, я хочу додати бронювання. Не хочу. Що-то зовсім у нас. Букінг не хоче искати. То він взагалі показував там 100 метрів від мене. Пропозицію дня. Ви мені покажіть біля мене. Вот відстань, ви від кого показували? Чому ви мені показуєте відстань? Ти ж мене должен знайти. Ти мене знайшов вообще? Или у мене не... розташування у мене включено? Ну. Короче, он по 32 є хостела. Где ти знаходишся? Я не розумію, де я. Хорошо. Идем сюда, смотрим карту. Это что-то вообще не то. Я раньше по-другому искала. Это что-то букинг обновился и вообще фигню какую-то порит для путешественников. Давайте посмотрим, где мы находимся. Не, ну я явно не здесь. Где у нас? Вот у нас аэропорт. Я нахожусь. Не, это фигня. В общем, открываем теперь карту, и тогда вам нужно знать, где вы находитесь. Убили дату,
Да, теперь будем увеличивать и смотреть, где у нас что есть. Вот наш аэропорт, и вот высветился первый вариант, вот по пути я где-то тут. Вот возле меня за 247 есть, и других я пока что не вижу. Печально. За 146 я не пойду. О, начали появляться. А вот смотрите, вот есть 2 по 35. Да, и получается, в принципе, как мне, как идти к аэропорту. Тут есть 2 по 35. Вот есть 2 по 35. А я сейчас нахожусь где-то, наверное, вот тут вот, что ли. Не уверена, где я сейчас нахожусь. Ладно, смотрим. В общем, эти хостелы, где у нас находятся? Муж пишет, он в шоке от того, что я в 9 вечера еще не в хостеле. Так. А ну вот по пути есть 40. Теперь главное понять, где я нахожусь. Это у нас и 40. Вот тут вот были, да, вот по 35. 40, короче, аллея Краковская, да, аллея Краковская и Лапужанская какая-то. Вот, значит, вот тут вот 2 по 35, и вот тут вот и 42. И вот тут Бакалаврская, да? Давайте мы сейчас заскриним это себе. Заскринилась? Оп, заскринилась, окей. А теперь мы переходим на карты. Переходим на карты. Посмотрим тогда нормально, где мы находимся, раз Booking перестал определять. Вот. Давайте мы сейчас запустим его. Определись, где я. Ты нашел меня? Это я? Давайте смотреть. Да, я на заправке. Все правильно, да, ты нашел. То есть я на заправке. Вот. Вот тут вот есть Макдональдс, до которого я не дошла. И получается здесь, о, Лапужанская как раз и аллея Краковская. То есть я вот тут вот на перекрестке как раз и нахожусь. Да, Бакалаврская. То есть, ага, Вава ночлеги. Вот это, наверное, она была за 40. Давайте посмотрим. Вава ночлеги, где тут? 42, вот это оно, наверное, мне кажется. Это Вава, а вот и по 40 есть, видите, когда вы увеличиваете. Кто это? Team Hostel, Green Hostel. А Вава ночлеги где наша? Ну, то есть вот. То есть я могу либо сюда пойти, либо куда пойти? Ау, хостел. А, я выбрала, поэтому. Не показывают мне других, что ли? Вернемся. Покажите мне много хостелов. Где хостелы? Вот. Угу. То есть я сейчас здесь, и я могу сюда прийти, и тут будет 2 по 35. И они, в принципе, вот тут вот от них мне надо будет пройтись вот завтра утром вот сюда вот. В принципе, можно доедать и идти пытаться устраиваться. Что у них там круглосуточно? Так, в чоловічому я не хочу. Кстати, вот это я у них пыталась, у меня не получилось. И односпальну ліжко в загальному. У них только чоловічі есть или все? Да переглянемо варіанта. В жіночому есть? Ну. І скільки? Максимальна кількість гостей? Короче, можна йти сюди. Вже приблизно ми поняли. Мы находимся. Да, нам сюда надо прийти, значит, нам надо перейти на другую сторону. Сейчас мы находимся на Бакалаврской, вот тут вот. Да. Нам надо идти до Большого перекрестка и там перейти сюда и еще чуток пройти. Короче, думаю, здесь идти разместимся.
Отпорожник.